господа, я прошу прощения, оденьте наушники, чтобы говорить на русском. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов и выставки, и данного семинара в лице, в первую очередь, Урала Курала, с которым мы уже давно знакомы и сотрудничаем. Спасибо за приглашение. Я постараюсь не очень долго занять ваше время и рассказать о ситуации в мукомольном секторе Украины, страны соседа Турции. Мы, мукомолы Украины, берем во многом пример с турецких мукомолов, пользуемся турецким мукомольным оборудованием, и последние несколько лет начали топтаться в некотором смысле по вашей экспортной территории. С украинским зерном турецкие мукомолы очень хорошо знакомы, потому что работаете в том числе на нашем зерне. Особенность зернового рынка Украины заключается в том, что последние уже 5 лет Украина стабильно производит более 60 миллионов тонн зерновых. И как вы видите, с данной диаграммы, из урожая прошлого года